Добрый вечер, дорогие друзья, с вами мистер Фокус Сэм, и это вторая игра Корм против КДР. В первой игре Кормы победили, довольно-таки достойно, и просто там была игра в одни ворота, можно сказать, потому что Кормы очень сильно лидировали, да, и завершили первую игру. Однако сейчас мы видим, что у команды КДР два, даже не побоюсь сказать, сильнейших лесника. В Хоне это слон и паразит. Да, ну, слон, можно сказать, сильный герой, а паразит сильнейший лесник. Да, также у легиона есть торт. А у Хеллборна пикнут фараон, флакс и мастер оф армс. Со мной сокастят Ласка и Болеро. И сейчас они ворвутся. Так. Так, так, так. Так, привет. Опа. Что-то их как нет. Сейчас? А вот, привет. Да? Что-то какие-то проблемы со скайпом были. Не сразу подключился. Так, ну что скажете насчет пика легиона? Ну, слон. Слишком имбовый. Паразит и Кутулефант. Я не знаю, почему команда Хеллборна не банят этих сильных героев. Они реально сильные. Как раз сейчас обсуждали слона недавно с Болеро. То, что слон вообще суицид легко очень выигрывает. Или даже тот самый мид, который просто можно отстоять нормально на слоне. Просто сегодня попался слоном, ну, то есть попался против 1850 двоих, взял слона на суицид и обоих выиграл. То есть убил Мумридона, который суппортил Найтхаунда, и потом еще и самого Найтхаунда. То есть он спокойно может соло убивать двоих за счет этого своего второго скилла. Да, за счет щита. Это вообще жесть. Просто идешь во вражеский лес, кушаешь крипа и гоняешь саппорт. Не саппорт гоняет тебя, а ты гоняешь. Но это, понимаешь, вот именно ТММ был. Вот. А это все-таки турниры, я думаю, ребята додумаются, допустим, заблочить тот же сильный стак крипов. Вот. Но если они заблочат, тогда он будет есть просто своих крипов и давать меньше опыта. Да? И отпушивать лайн. Да нет, как не крути слон, блин, реально слишком бог. Да, его банить надо. Ну понимаешь, у легиона есть возможность первого пика. То есть легион, если захочет, всегда можно взять слона. Просто не банив его. Ну, и типа... сюда тоже. А да. Команда противников могут забанить слона. Да, но тут баны были немножко другие. И паразиту тоже не забанили. Ты знаешь, контра паразиту это слон, и они дали слона и паразита команде легиона. Ну, потому что в первой фазе были забанены Офелия, Сьюблейд, Паппет Мастер и Мэдман. Валькирия немножко разбавила имба пик. Да, Валькирия это такое. Такое. Не знаю, мне нравится. От удачи все зависит. Мне нравится Валькирия как герой. Он очень мобильный. Это, считаю, у нее есть и стан, и инвиз, и прыжок, и нюк на 300, а иногда даже на 450. А еще плюсики такой, еще есть, да? Да, такой, блин, мобильный герой, который реально может на любой роли сыграть, даже на роли саппорт. Не, просто если он попадает 5-секундной стрелой, ты считай, прекрасной инициацией и минус один. Ну, если да. Команда рядом, конечно же. Мне нравится Валькирия, но ее не пикают из-за того, что все-таки у нее небольшие проблемы с маной, потому что она манозависимый герой. Там первый скилл 160 маны стоит, и стрела. Там, ну, вот. Раньше ее пикали как на кэрри, еще когда Хон только появился. Еще во времена эры, этот эра великая Валькирия. Когда еще Angry Tasty на ней, ну, когда еще Angry Tasty был не так знаменит, он играл на кэрри Валькирии постоянно. Да. Ну, тут у нас кэрри, как мы видим, Дарк Леди будет у команды Легиона, а у Хеллборна силуэтка. Суицид Валькирия? Да. Кажется, Валькирия суицид, а торт со слоном мид. Да, возможно. Или слон мид, просто. Могут Валькирию вообще поставить соло мид, а слона стартом на топ. Мешать силуэтке. Они будут просто так ее дамажить в силу. Может даже погибать. Или ТДЛ стартом. Тут без разницы. Это что-то такое, это свобода выбора. А паразит может в их лес пойти? Да, спокойно. Ну, у Хеллборнов все прозрачно. Ну,
Я думаю, они ничего не будут придумывать, то есть у них... 2-2. Да. Один вылетел. Да ладно. А, он полностью вылетел. Вообще, походу будет ремейк. То есть у Hellborn Silhouette будет стоять с Эмпаской, Double Meets, Flux, Moa, Фараон, Hardline. РМК. Ну давайте РМК, что поделать. То видели уже как-то одну игру 4 на 5? Не очень-то она нас впечатлила. Ну зачем? Вот с алхимиками, братан. Да-да-да. Но не смог псичек камбэкнуть. Да, сам виноват. Купил зачем-то алхимик. И Portal Key решил это проигнорить. Ладно, давайте сейчас не псих обсуждать. Так. Надеюсь, это продлится не очень долго. Так. Каратенечко так, минут на 20. Сейчас, мне кажется, вернется по бурам. Ну, я тоже надеюсь. Ну, у Легиона два очень сильных героя, а у Хеллборна, в принципе, пик такой простенький. И... Ну, в то же время тоже сильный. Сильный, да, в то же время за счет хилки. Силуэт, ну, просто сильный герой. Что еще сказать, в лейте она наносит дикое количество дэмэджа. Просто очень много. Ну, да, особенно этот новый силуэт, который толстая-толстая иллюзия. Да, очень толстая. И за счет второго скилла. Так, вы там уже подключаетесь? Нет, сейчас подключимся. Ну, если силуэтки настакать свои звездочки, то она, я думаю, любого может убить легко. Да, конечно, там даже слон не особо помехой будет. Просто слон будет помехой за счет своей пассивочки. Точнее, она вроде как активка теперь, да? Но за счет третьего скилла, в общем. Силуэт будет бить свою иллюзию или союзников. И это очень бесит в слоне. На самом деле, хорошо, что сделали шант, собираешь против слона, и... а то раньше нельзя было. Да. Но, понимаешь, силуэт — это такой герой, которому шанки собирают очень редко. Потому что там, ну и стоуна обычно хватает. Ну, как сказать, от ситуации тоже зависит. Типа, если там будет куча хексов, куча этих цветочков, хеллфлауров, даже на Gemini можно шранки собрать. Ну да, в лайт гейме тем более. В самом таком. Сейчас, наверное, фокусом. Какой шранкин хэт на Gemini, а? Но на собаку это так себе, ну, решение. Ну нет, я видел игры, на те ребята играли, сильные причем команды. Шранкин хэт собирали на Gemini, потому что там реально куча этого. Там шоу-флаверы, хиксы, и там... Да. Джемини уже без ульты все фигарил. То есть можно это было, допустим, залетать в Шанкинхеде, драться какое-то время. Да, потом ультовать уже, да? Потом, да, раздваиваться и еще и нормально дамыш. Наносить дополнительный урон. Это причем неплохо так. Заходит в Шанкинхед. С башером еще и с Линкеном каких-нибудь там. Просто. Не, ну раньше я принял такое, а сейчас... Не знаю, в редких случаях. Просто... Раз уж с Gemini заговорили, Shrunken Head, он, получается, стоит 3900 монет. За это в форме ульты собака получит просто плюс 10 силы. То есть, скажем так, просто хп себе увеличит, и все. Дэмэдж от Shrunken Head в форме собак она не получит. Ну, если на стату это играть, минус. То, я думаю, геометрики... Frost Wolf, да, 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 и Тараску, все. Да, на статы там 6 Frost Wolf'ов и пошел. Ну, типа, смотри, допустим, если там будет какой-нибудь Магмус Пиромансер, если собака не успеет после раскаста превратиться в свою особую форму, ну, в смысле... Настоящую. Да, настоящую собаку, вот, то это будет неоправданно куча хп. Да. Лучше покупать Шанкин Хэт. То есть ее могут... Просто законтрить, спокойно убить. Тут кармы хотят Тихлус поставить команде КДР из-за того, что там у них чувак отлетает.
Мне кажется, это неправильно. получается. Если уж играете, зачем Тихус давать? На войне все методы хороши. Да, что правда, то правда. Заходит. Ладно, подождем. Так, ну еще раз. Паразит идет в челес свой, во вражеский. Ну, как решать команда Легион. Как решить, да? Просто вот у Легиона Дарк Леди точно будет стоять стартом, потому что Дарк Леди соло стоит тяжело будет против Фараона. Да вообще и соло стоит практически против любого героя. Наверное, нет. Слон будет на харде, Валькирия на мизе, а Паразит в своем лесу. Да. Все по стандартам. Стандарт, наверное. Что-то такое будет, да. Ну как сказать, если Тиделку запулить хорошо, и если Тиделка сама по себе хорошо играет, то она спокойно может стоять один на один против Фараона. Ну как, не спокойно, но 300 кп все-таки вывезет. И если это активный билд будет, то, в принципе, это будет неплохо смотреться. Думаю, против Фараона, я думаю, или вообще бы легко было стоять, потому что это не слон, не Мэдман. Да. Его убить нельзя никак. Так, ребята начали, и как ни странно, они все правильно сделали, АП поставили. Просто если торт пойдет в лес на топ, а паразит в лес Хеллборна, то они реально могут загнобить эту силуэт на топ. И все-таки сделка будет 300 гпм или может даже 400, а силуэт там 150 не вылезет больше. Если будет паразит в лесу команды Хеллборна, то силка даже не сможет уйти фармить в лес. И в любом случае надо будет перемещаться. Посмотрим, что сделает. Это мы тут здесь сделка очень хорошо входит тем, что она залетает на силуэт, и та не может свапнуться, да, за счет сайленса. Я уже стримил. Мы же с тобой стримили, психа? А нет, не с тобой. Это я вчера стримил, как команда Рейс играла против другой команды, название не помню. Вот. Против этих играли, против... Нет, тоже не помню. Ну вот, в общем, там та же самая ситуация была. Психа играл на силуэт, против ГМГ, вот, Коинга вспомнил сразу же. Вот, а Коинг играл на Дарк Леди. И Но. Психа законтрил эту Дарк Леди просто иллюзками. То есть Дарк Леди залетает под Хиксом. Ой, под Хиксом, под Сайлосом своим. Но. Вот, там... Психа сразу же использует иллюзии, и все. Сайленс как бы спадает, и мгновенно можно телепортнуться с иллюзией. Ну я да, понял. Типа развел его. Ну так можно любого персонажа развести. Типа да. Папе ту ставит, та свапается, и все. Ульта пропадает. Но это так что... нужно успеть. Так что это зависит от реакции. Так, слон у нас идет на хардлайн с сапогом. Не знаю, сапог это такое. Опять вторая игра, есть сапог. Да, это тот же игрок ведь играет на слоне, по идее. А паразит тоже с сапогом. В прошлую игру он играл на Магнусе. Ну да. Мне кажется, щиток больше помогает, чем сапог. Да, типа зато с сапогом он может саппорта реально попробовать убить. Ну, импаску я не думаю, что ему получится убить. Можно и без сапога убивать. Да. Просто за импаской он будет бегать, импаска сделает линку и все. Ну, она ему собьет несколько хилок и все, и он пойдет на базу. Такой стиль игры у человека, что его за это осуждать. Возможно, он будет ромить, как в прошлой игре. Сапог это же не только для того, чтобы быстро бегать, он для того, чтобы быстро убегать. То есть, если в него въедут, то... У силки нет сапога на его. Торт не видел, как фараон поставил вард. Да, сейчас торт может использовать импейлмент спокойно. А, он не увидел. Он не увидел фараона. Фараон просто... Like a ninja. Типа, слону гораздо легче стоять на топе, чем фараону на боте. Потому что реально там тортер очень сильно дамажит. Кстати, смотри, импаска тут заблочила спаун, я так понимаю, смотри, да? Смотри, сколько тортер заносит. А, сейчас на развороте. Но тем временем ТДЛ фармит крипов, контролит свою линию. А на миде Вальку очень больно получала от Моа с Флаксом.
Типа сейчас, если в нее въедут, то она Да, может. но она, я думаю, не должна так легко подставиться. Можно, можно было бы и хилушку использовать. Все, не. Бобра мяс Фараона есть. должны вверх сейчас. Да, тут приходит в Кэтмане паразит. А у фараона нет второго скилла. Да, ну фараон здесь первый скилл, он его использует. Ой, паразит промахивается. Но я думаю, это не помешает забрать фараона. Да, тут летает Дарк Леди и убивает. Еще и Дарк Леди, Ферлблад. Очень хорошо все прям. 450. Да? Это... Дарк Леди можно спокойно идти в Кливер, фармить. Все-все-все. Можно даже без сапога пойти сразу. Да. Или же играть активно. Или фейзы и убивать фараона. Да. Не, ну фейзы, я думаю, однозначно надо. Можно просто фейзы, энерджайзер и даунбринджер какой-нибудь собрать. Такой, как Шэдди любит. Такой вариант тоже есть. Так, на боте паразит забирает. А нет, фараон забрал рефрешку. Все. Ну, слон тут бегает, пока живой. Кстати, больно он делает там пасхи. Вообще больно. Может ее даже убить? Нет, тут щит спадает. А, щит. Да, без щита слон. Слабак. Да, смотри, на топ. Перемещается мастер фармс с иллюзиями, и в принципе слона можно убить. Попробуй. А, нет, ману, он не смог. Да, ну значит просто побьется. Он подстанет. Но он неплохо так нарезает. На самом-то деле, с иллюзиями. Типа, если б фармс раньше дал ему зло. Да если сил, сил, силуэтка бы... дала бы дополнительную тычку, мне кажется, убили бы. Да. Да, ну силуэт фармит. По ГПМ, ну у нас ТДЛ. Лидирует за счет убийства, а у Хеллборнах очень хорошо себя чувствует Флакс, все-таки он стоит с саппортом. Ну заметь, типа у TDL не так уж много крипов, всего 14, за счет ФБ очень сильный. Ну это она отвлеклась на фараона, когда его убивала. Пока Флакс лидирует по крипам. А, ну Флаксу легко контролить крипов за счет второго скилла, вот тычку даю, второй скилл и даю. Ну у них еще дабл мид, мол отгоняет Флакс фарм. Мне кажется, на шестом левеле они спокойно Валькирию убьют. Типа она отпрыгивает, а Флакс обратно притягивает ее. Ну может все раньше. Вот от Валькирии зависит. Вот. Приятно? А зачем он ее не притянул? Ну, не знаю. Может думал, что притянул. Так, отпивается у нас Флакс. Поторопился маленький. Ну, если бы он притянул ее, то у них бы реально был шанс убить. Потому что у Моу еще второй скилл был. Так, он поторопился, видишь. У Валькирии баночка уже. Силка бьет ну, слона. Как уже. У нее 7 крипов. На 4-й минуте. Баночка. Ну, что-то такое. Она как на харде стоит. Не, ну дотерпела, ее же не убили еще. Валькирия, кстати, может. Качнуть на шестом лэ... О, убивается, да? Мне кажется. Нет. Не должен. Если бы силка попала в станок, то там, конечно, убили. А так... так Валькирия, слон. Кстати, может апнуть шестой левел и пойти ромить там на топ. Тут фараон с дабл дэмэджем на миде. Что-то делал. Бегает, бегает. А тем временем Дарк Леди фармит, контролит линию. Да, тут ну, очень сильный саппорт, он просто тарта вы... Ой, этого фараона выгнал. Ну да, я говорил, всё. Что слону будет гораздо легче стоять, чем фараону на боте. Фараону уже делать нечего, он стакнул он шеи, законтролил рун. Тяжело ему там. Что интересно приобретет Dark Lady, у нее 2000 голды. Субстейнер или фейзы. Ну, фейзы сейчас, в принципе, не сильно нужны, потому что... Ну да, потому что фараон трётся у Тавра, в Вальку уехали. Второй левел, когда этот тортер апнет там четвёртый, они смогут даже без башмака его убивать. Без башмака тиделки. Да, вот ДДЛ шестой уровень. Сейчас должны опять на миде убили у нас Вальку, я как-то пропустил. Фараона? Да, всё-таки выловили её. Ты не заметил, не заметил. Быстро они это сделали. Так, вот паразит что-то в алхимика вселился. Фараон опять в ниндзю играет. Да, стоит. Но сейчас он
что, третий уровень апнет. А нет, торт может его спалил. Так, гасты на силуэтке. Что-то не как-то не очень туда. Хорошо силуэтка стоит. 270 кп, 265. Но они не убивают почему-то. Да не то, что не убивают. Вот смотри, сейчас будет стан по слону, а слон просто прокатывается. А что, там импав дала это стан по свою линку. Она не дала. Так бы, может, и убили. По крайней мере, шансов было побольше. Мне кажется, силуэтки надо стоять за крипами и отгонять слона. Она сзади стоит. Ну, я тоже так считаю, кстати. Надо, чтобы слон боялся, потому что потом... Ой, смотрите, тут на миде въезжает Вальку, и Вальку убивают спокойненько. Как я говорил, флаг сапает 6-й левел, и спокойно сейчас будет по КД убивать. Да, вот это фейл слона, сейчас, по идее, он должен доехать. Но он тут убегает и убегает. Что-то который раз эмпаф не дает свой первый скилл. Что-то такое. 2800. Тут и силуэтка тоже могла отойти просто налево маленько и не застанется. Флаг, кстати, приходит, чтобы убить слона. Но он спокойно его... притягивает, но не убивает. Просто от всех уезжает. Серьезно. Знаете почему? Потому что у него есть сапоги. Да. Да. И сейчас Челис еще будет. Челис. Если бы не было сапог, он бы так не смог делать. Это просто джокер. От бога. Да. Типа, блин, реально его сколько раз уже пытались убить, а он какой-то реально неубиваемый. Просто вообще. Но может, это, конечно, команда Хеллборна косячит. Но все равно неплохо так отыгрывает. Маркус. Да. Так, силуэт у нас будет собирать новый стоун. Ну, в принципе, стандартный айтем. Да, ну и стоун тут спасет только от паразита. И, в принципе, все. Ну, еще замедло Дарк Леди, хорошо. Да. Ну, Ринка дает... Видели фараона. Вот да, тут стрелой попадает Валька. Фараон врубает Hellfire. Паразит должен. Тут еще паразит, а тут ультует Флакс. Флакс 7 уровня. Паразит 6. Паразит, в принципе, может убить фараона с прокаста. А нет, он не успевает. Он своровал дабл дэмэдж у Флакса. И все. Это все закончится. Хотя нет, слон приходит. Ну там 4 человека. 4, ну нет, не попадает станом ни по кому. Врубает свой ультимейт. Как больно, он бьет этих саппортов двух. Торт не попадает станом. Надо убивать мастера фармса хотя бы. ДЛ-ки не хватает. Так. Баб ДЛ-ка. Что-то они всеми скиллами промахнулись. Да, ой, Валька тут упрыгивает. Получилось так, что разменяли Моа на слона и на торта. Вот так. А тем временем ТДЛ пушит топ. Заметь, какие сильные персонажи. Торчер и слон, они хоть и промахнулись своими станами, но все равно выдали такую кучу дамеджа за счет импалмента. Вообще, если бы они попали всеми скиллами, они бы спокойно разобрали этих четверых. Да? Серьезно. Там если стан от слона, считай, сколько, 200 дэмэджа магического. Да он поторопился что-то слишком. Ну, я думаю, это нехватка опыта, мне кажется, игры на слоне. Хотя, как он убегал. Ой, Вальку опять въезжает. Валька упрыгивает, но Флакс может притянуть ее еще раз. Флакс толстый, с мекой уже. Да. У Флакса ульта через 7 секунд. Немножко странно. С мекой могли... я бы не считал, что мека на Флакс прям идеально. У него маны и так нет, еще меку ударить. Ну да, я слышал такое вчера на стриме. Въезжает Флакса. Он суровал щит. Паразит украл ульту Факса, но его все не убили. Да. Ульту Моа. Ой, ульту да, Моа. Которая на Флакс повесили. Тут слон. Ух. Слону сбивает стан. Хорошо ульта, но Флакс. А сейчас контр въезжает. Хорошо по зеленочкой нарезает. Минус слон. Паразит почти умер. Торта надо бы убить. Тут импаска бодиблочит. И... хорошо. Сейчас ТДЛ должна кливер купить, у нее уже 4000 монет. Да, ТДЛ все это время фармит. Фармит бот. Да.
хотел сказать, очень хорошо флаг сультанул. Просто божественно. Сбил слону первый Стан. скилл. Да, но он не сбил, он его перенаправил немножко в другую сторону. Было забавно, да. И противников откинул подальше, чтобы они смогли Да, и смотри, позиционироваться. Сразу всех стянул и все. преимущество потихоньку, хотя уже, наверное, и не потихоньку. Не потихоньку. Да, за кормами. Плюс вышка еще 5000. 5000, еще тройной стак инши есть, пойти забрать все команды и еще на косарь больше Ну, будет. типа у Тиделки он этот появился кливер. Да, Но сейчас будет фарм. лес у нее не застакан вообще Ну, абсолютно. нормально, на 11 минуте. Нормально, нормально, но Без башмаков. команда страдает без Нет, ТДЛ. я бы не сказал, что нормально, учитывая, что она забрала ФБ, учитывая, что она вообще не помогала команде абсолютно. У нее 68 крипов на 12 минуте. 68, а тем временем усилает 80. Да. Да. То есть силка. Да. Ну, ТДЛ фармила 60% крипов на своем лайне. Да. Против фараона, который руной брал и И вообще он стаковал просто иншей. бегал, у него 4 крипа у фараона. Бегал по всей карте. То есть что-то слабовато немножко тебя отыгрывает. Так, силуэт скоро будет с Линкой. А с Линкой ее будет тяжело убить, очень тяжело. Так, во вражеском лесу сейчас что-то будет. Там В лесу конечно. Легиона. Ой, тут Эмпаска села в Моа, не лучшая цель. Так, Эмпаска О. вылазит, и команда Легиона разрывает своих Хорошо оппонентов. камбэкаются. Да, сейчас Эмпаску надо убить. Тут фараон помогает, у фараона есть мумия, у фараона есть ульта. Что будет ли он делать ульту, чтобы спасти? Ну, не знаю, типа, неправильно команда Хеллборн сейчас позиционируется, у них силуэтка фармит, наоборот, не надо Хорошая агрессировать, стенка. ходить от ганды. Им надо чисто играть от дефа вчетвером, как-то пытаться сдефать вышки или сплит-пушить. Нет, А у них они просто пошли... преимущество было. Они пошли безвиженно в лес команды Легиона, не поставили антиварды, ну то есть поставили, но не угадали. Вот. Ну, что-то Так такое. смотри, два варда, и ни один не угадал, где вард. Да. Не, мне кажется, там дальность есть, просто сейчас ночь, надо зайти. Ну, на ХГ, а им не Что-нибудь. дали подняться, факсы убили. Да. Вот. То есть, не знаю, слишком опрометчиво. Если вы идете, то идите силкой. Которая Если не Линку уже идете, купила. да, если не идете, то играйте деф. Лучше подождать Линкен и 11 левел силуэтки, чтобы иллюзия подольше жила. Да, Линка уже есть, она летит с Тимбуцы на Валькирии. Тут у нас паразит въезжает в Моа. Флакс пытается спасти, но нет. Ну вот опять, Есть че он Моа. туда пошел? Вард это стоит. Все. Они сдохли уже 4 раза. Ну, в смысле, не 4 раза. 4 человека сдохли из-за того, что они идут просто в лес и отдаются. По XP уже, кстати, Легион везет. Да, и по голде, в принципе, 2000 легко отыграть. Отрекаверились очень сильно. Ну, ты что-то Это одна пытаешься. стесненная вышка где-то на боте. Да, которую ТДЛ с гастами и с кливером может спокойненько запушить, если сюда не прилетят. Сейчас просто реально у Тидел было 350 ГПМ, и из-за того, что они пошли без вардов в лес команды Легиона, команды Хеллборн, они дали Тиделке возможность нафармить 450 ГПМ Да. и рекавериться, то есть не рекавериться, а сноуболить в геометрической прогрессии. Силуэт, Конечно, конечно, фармится тоже. стаков нету у команды Легион, все равно. Было бы неплохо, если бы ТДЛка нашла иншей вражеских. А мне кажется, вряд ли она будет так рисковать. Типа только что отыграли. Но все-таки там вижена нету, она спокойно может зайти. Но она не знает, что там вижена нет. Ну И там она она не по знает. варду пройдется, если Но она если пройдет. вышка Вот смотри, тут сидит, силуэт дерется с Валькирией. Нет, убегает она. Силка убегает. Силке Ну, нужен потолки. типа, если посмотреть лейт, то команда Легион посильнее будет. Ну, за счет силки Хеллборн может ломать стороны. Копия, ну, ты сам знаешь, наверное, копию юзает и идет спокойно ломать сторону. Да, тут такой, Нет, тут два сильных кэля. я Тут рассматривал неизвестно кто. тимфайт потенциал, в смысле,
там флакс толстый очень, фараон. То есть фараон влетает в Dark Lady, и она стоит просто и не может никого... Тут уже от игроков зависит, как они отыграют. Мне больше нравится. И потенциал кормов. Да, силуэт взяла себе стимбутсы, ну не знаю. Ой, стимбутсы, энерджайзер. Стрела. Стрелой не попадает, флакс опять сбивает слону стан. Всех задоджу. Сколько уже стоит этот трибл стак? Сходили бы уже, забрали его. Сделали вот, бы еще два стака. Шла все-таки на трибл стак. У силуэтки счет 0-0-0, надо как-то все-таки покупать побыстрее портал кей и уже... Ну может и не портал кей будет, может это будут геометрии. Это фиг знает. Мне кажется, портал кей. Портал кей, да. Это придаст тебе такой мобильности. Мне еще, да, нет. Я понимаю. На топе убили фараона. Которой нет ни у кого. Ну хотя, блин, если так подумать, там фараон залетает, флаг всех стягивает, и силке просто надо выдать должный дэмэдж. Это можно делать без портал кей. Как ни крути, портал кей здоровский айтем. Да, конечно. За свои 75 маны и 2000 портал. Как я вчера говорил, то что она может с иллюзией, ну, оставляет иллюзию, влетает в какого-нибудь торта, его убивает и меняется местами. Да, и это позволяет ей гораздо быстрее фармить. Посмотрите, как варды расставлены на иншах легиона. Видите? Тут варды на варде, тут стоит вражеский вард еще. Который не спалили. В смысле не спалили? Его видно? А нет. Он как бы вард в варде. А я понял, вард в варде, и не думаю, что, мол, типа он это... Там ничего нет, не думаю. Да. А там два простых желтых варда стоит, что ли? Наверное. От фиолетового. Нет, там один простой вард стоит, смотри, а другой там... антивард. Там три варда стоит. Там три варда желтых стоит. Нажми два там раза. От Маркоса стоит и от Эрмаса. Да, и получается три варда желтых. Ну ладно. Или от Ермака. Такая война вардов идет. Это смешно получилось. Такие зажали, да? Один вард. Ой, тут слон летает. Слон что, суицидник? Я, конечно, понимаю, он инициатор, но это минус слон. Я, конечно, понимаю, слон. Фараона влетают. Ну, типа, нормально все залетело. ТДЛ, кстати, с фаербрендом очень больно бьет. Ой, сейчас силка будет разрезать просто все. Силка прилетела, но что-то она крипов фармит, да. Ну, тут, там валькирия утонула. Ульта Вальки, антивар поставил. О, опа, минус торт. Ой, промахивается блейдами, но ничего, убивает. Минус паразит. И все. Все, дальше фармить. Нормально? Минус 2. Все, пока должно быть сейчас. Сейчас силка должна. Да это я говорил, может быть не пока. Давай, пока, не пока. Давай, пока. Да, пока. ПК. Молодец. И ТП-шку. Все. Угадано. Не знаю, мне кажется, сейчас слон что-то передавил. Нет, так, почему? Так они увидели, что силуэтка на топе без ТПшки, увидели, что их только всего трое. Плюс ТДЛ-ка была рядом, и они были сами впятером. Ну, такое решение. Забрали все-таки фараона. Отдали слона. Ну, слон сам задавил очень далеко. Мог отойти. Ну там уже некуда было идти, там стена и прочее. На боте. Стена и мумия. Фараончика. Надо было подождать всех, потом рваться. Тут у нас фараона убивает ТДЛ. Сейчас вообще фараона фармить просто нет. Если он выходит на лайн без варда, то его сделка сама... Чё, можно лес фармить свой. В лесу силка там тусуется. Ну она... Пока что в иншей фармил. И 522 гп на Dark Lady. В принципе, силка тоже не отстает. 470. Знаете, типа палки-толкалки нужны вообще по срочнику, потому что если фараон влетает в тиделку, хоть он 8 левел, хоть пускай тиделка убьет его очень быстро и сильно,
Все-таки он задизейблит ее на 5 секунд, это сильно решает. За эти 5 секунд команда Хелборна, команда Корм, могут спокойно убить всех остальных, пока Тиделка стоит в этих мумиях. То есть это фараон, это реально контра нижнему кэрри, любому. Просто улетает, там еще... Да. О, все-таки Моа нашел варп. Да, если они варп. Вот тут силка влетела, а застанить не успела. Так, улетает. А тут в скелете паразит. Паразит вылетел из скелета. Флаг с ПК влетает в паразита. Это должен быть минус паразит. Да, паразит даже в некров не успевает исцелиться. Фараон, ультой в крипов. Ульту в крипов дал. Ну, убили. Это, может, зацепил бы. Нет, он хотел Валькирию зацепить. Ой, силка опять не попадает станом по слону. Меняется местами с Илюской. О, хорошо, улетает у нас флакс. Фараон ставит свои мумии. У слона проблемы, минус слон. Надо убивать ТДЛ, фокусить ТДЛ. Вот силка сейчас фокусит ТДЛ, но ТДЛ нарезает, как больно. Очень больно. Все, ренлайтом бегает. Ну, по сути, кроме Тиделки, команде КДР нечем делать. Смотри, минус силуэт. Неплохо. Это все, тройное убийство, 550 кпм. Зачем она пошла за этой руной? Непонятно. Хотелось ей. Я не знаю вообще, зачем Тиделка пошла на бот, там не было вижена. ТДЛ, может, это? Силуэт. Нет, нет, я не про силуэтку, я имею в виду Тиделка, она пошла за руной или что? Да, за руной. Она должна была, типа, фармить лес, все дела. Она пошла обезвиженная, она, то есть, не видела эту силуэтку. Случайно, буквально. Ну, может, ей кто-то сказал, типа, силуэтка на бот идет. Бей. Фиг знает. Лекстелионис на имбаске? Да, надо как-то делку все-таки убивать. Надо хиксы собрать, ветра и, я думаю, поднимать. Вон. Пока они соберут. Просто у ТДЛ пока что нет этого, Шанкенхеда. Ну, я думаю, тут не очень сильно ее нужно. Ну, не очень, не очень, а дизейблить станы, это всегда хорошо. Ну, в принципе, там фараон будет противно, вот это первым скиллом, Hellfire. Hellfire. Просто дело в том, что если команда Корм убивает Тиделку, то там реально дамажить нечем, и если они ее ваншотят, то... Как же паразит, который с пазлбоксами? Там пазлы сейчас не такие сильные. Ну, конечно, потом они будут сильнее. Ой, тут ТДЛ влетела в Баску, который фармил. А тут влетает в Валькирию. Валькирию влетает фараон, минус Валькирия. Надо убивать скелета, а затем паразита. Скелет и потом еще ульта есть. О, Тиделка. Ох, влетает под Сайленс у нас силуэтка. ТДЛ нарезает очень больно. ТДЛ сейчас уничтожит флакса, который подберет дабл дэмэдж. Ой, хорошо, ультанул флакс. Еще Моа откинул эту ТДЛ-ку. Но ТДЛ убивает флакса. А нет, что у нас силкой? Это... Силку тоже убили. Сейчас Тиделку просто не остановить. Мне кажется, это... Это значит, что будет третья игра? Мне кажется, что будет третья игра. Такую Тиделку... 600 кпм Тиделка? Это... Эспери, который сможет задизейблить ее, типа папиты, она не контрится. Здесь нет таких персонажей, которые вынесут кучу дамаг. Не, здесь силуэт, но силуэт. Уже поздно. Нет. Типа у силуэт... Сейчас давай посмотрим. Но она не доигрывает на силуэтке, тут видно. Как-то у нее все не получается. Силуэт 150 дэмэджа. Ну там больше от пассивки дэмэдж идет. Сделай ты на этот первый скилл там два удара. Но если она настакает пассивку на ТДЛке, она ее убьет. Просто смотри, сравни, сколько заносит папец прокаст и сколько заносит тело с прокаст. Ну, не знаю. Силуэт мне все равно больше нравится. Как силуэт больше. Она вырезает саппорта, во-первых, а потом может она в лайте сплитпушить тавера и сторону. Вообще, мне кажется, мобильный кэрри, еще есть ПК. Просто ТДЛ спокойно фармила на изи лейне, и сейчас она оправдывает этот фарм. Хотя 10 минут назад было все совсем по-другому. Скоро, кстати, Мортал будет у Тиделки. Да, два фрага осталось. Кстати, Тиделка сейчас будет вообще спокойно убивать этого... силуэт соло. Мне кажется.
Но там она ничего не сможет сделать, там замедло и... Ну видишь, чем дальше затягивает Hellborn Blade, чем ТДЛ больше ГПМ набирает. И очень легко фармить за счет спущенных лайнов и кливера, да. Просто ты типа уезжаешь всех крипов. Ну, все равно, типа, минус ТДЛ, все это. Никто ничего не сможет сделать. У паразита пазл бокс третьего уровня должен прилететь. Валька тоже решила как-то повысить свой ГПМчик. Молнию купила. У нас флакс в инвизе заходит. Знаю, мне кажется, Валькирия здесь какой-то неоправданный пик. Ну, конечно, на миде стояла, но если сейчас команда Киона проигрывала бы очень сильно, то она бы никакой пользы особо не приносила. Инвиз может дать. Команда. Бабл какой-нибудь. Куда лучше подошел? О, ТДЛ использует ультимейт. За 3000 убивает эмпавку. Не знаю, типа он 100% ТДЛ бы убил эмпавку. Да, флакс просто так вот потратил. Ну просто там могли уже и флакс поймать в последующем. И это должен быть Конгар. Конгар для ТДЛки. Firebrand на силуэт. Не, почему варды есть? Ну мне чем дефать импас, мертвая. Вселиться некому в силу. Плюс надо им подождать, пока пазл бокс кончится. Ты сейчас здорово, конечно, ставит. Хотя силуэт может со стилит токен. Да, влетает флакс. Флакс стилит токен, молодец. Влетает силуэт, но что-то очень больно. А, это была иллюзия силуэт, обманул. Вот он два раза убили. Но пытается убежать. Ого, как он зажукал. Он же так убежит, получается. Да, убегает. Но это не поможет. Это минус две башни, как минимум. Силуэтка фуловая. Она запрыгнула и сразу поменялась. Так не делается. Она бы там осталась. Она бы умерла от слова. Ну а зачем было ты запрыгивать чисто, чтобы троих своих... Ну зато они токен забрали. Ой, а вот этот слёт от силуэт так себе, я хочу сказать. Да, минус эмпаска и ТДЛ вырезает последнего героя. Консит прожимает кормы. Что? ТДЛ неплохо реализовал свой фарм. 700 ГПМ. Да, в итоге мы имеем 700 ГПМ керри. Ну что, поздравляем команду КДР с победой в этой игре. И нас ожидает третья игра. Небольшая пауза, не расходитесь.